Всем привет, с вами Артур Жданов. Очень крутых игроков я выбил вчера. В Тотте выпал один из самых крутых вратарей мне на втором месте. На него очень много заявок. Спасибо, как бы. Кентона. Нестер. Зидан. Этот игрок. Майкл Оуэн, да? Очень круто. Сейчас будем всех сбивать. Кроме Эдерса. Просто дорогой, пусть ценит игроков. Тут можно, в принципе, Манчестер Юнайтед собрать. Жесть, конечно. Особенно если учесть, что я только начал играть. Аргентинцев очень много выпало, я думаю, они будут дорого стоить. Очень много заявок на них. Я тут практически сборную Аргентины собрал. Манчестер Юнайтед. Роналду также выпал. Достаточно дорого стоит. Эдерсона мы подождем, пусть цена подойдет.
головы еще очень много. Уже максимально заявок, все игроки продались. Почти 4 миллиона на доллар. Также у нас Эдерсон остался очень дорогой. И достаточно неплохой состав. Итак, остается. Усиливаться мы оставим, 190 миллионов, будем усиливаться. Как-то так, 200 миллионов на балансе, очень круто, классные эпики мне выпали. Ну, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи.